Друзья, всем привет! Вы на канале Учасах Филтайм. С вами, как всегда, Станислав. И сегодня будем рассматривать свежие поступления моего магазина от Foibus Eagle Ray компрессор на кварцевых механизмах. На самом деле поступление не такое уж и свежее, модель уже точно около 2 лет. Просто когда она вышла в первый раз, у меня не получилось заказать все цвета. Сейчас Foibus решили перевыпустить модель. А так как я стараюсь, пусть даже с запозданием, привезти весь ассортимент в Украину, то почему бы и нет? Поэтому сегодня в обзоре будут все расцветки этой версии Eagle Ray компрессор. На самом деле это идеальные кварцевые часы за свою стоимость. У них ценник по курсу сегодня $270, а ощущаются они значительно дороже. Корпус сделан из нержавеющей стали, и в этой модели он классно матирован, смотрится будто титановый. Разбавляет такое покрытие рант кнопки. И задняя крышка часов с зеркальной полировкой. Для тех, кто знакомится с коллекцией Eagle Ray в первый раз, то это часы, созданные в духе суперкомпрессор. То есть безель находится внутри и отдельно регулируется верхней кнопкой. Кнопки здесь рифленые, гравированные логотипом бренда осьминогом и завинчиваются для лучшей герметичности. Данная модель идет на швейцарском механизме Rondo 515-24H с функцией GMT. Есть второй часовой пояс, за который отвечает отдельно выведенная часовая стрелка. Вот она. И ориентир по времени для нее как раз выведен на шкалу внутреннего безеля с 24-часовой шкалой. А на задней крышке часов приятно декорированы города мира. Вряд ли это будет вам полезно, но стилистически смотрится здорово. Циферблаты волшебные, проработанные идеально. Здесь реально столько объема, накладные метки часов, приятная апертура даты у отметки 3 часов, стрелка вот часовая 2-го часового пояса лакирована красным цветом. Есть версии циферблатов, в которых лакированы и другие стрелки и метки, поэтому заморачивались прям с каждой версией, не делали по штампу. Очень красивый в данном случае бордовый цвет, от бордового к черному, минутная разметка в виде железной дороги. В общем, действительно здорово, классно смотрится циферблат, абсолютно ощущается дороже своей стоимости. Ну и фирменные 15 слоев швейцарской суперлюминова. Синий циферблат, именно эту версию я когда-то давно и привозил. Их буквально за неделю забрали, я в одном экземпляре их привез. Ну, тут такой красивый градиент от синего к черному. Дальше у нас черный цвет с золотистыми метками. Вот этот цвет, наверное, мне лично меньше всего нравится. А вот этот цвет, наоборот, один из фаворитов. И это тот вариант, когда я говорил, что здесь лакированы и метки, и стрелки часов по окантовке. И здесь такая апертура даты, она выделена брутальной рамкой. Такой белоснежный цвет, полярный, как его еще называют сейчас часто, очень красиво смотрится. И версия с оранжевым градиентом на циферблате, тут как раз как модно уже в этом году, персиковая пыльца, я уже забыл, как называется этот цвет. В общем, оранжевый у нас в этом году самый модный, как предсказали, посмотрим. Ну, смотрится свежо, красиво, тепло, приятно. Закрывает циферблат сапфир, немножечко выпуклый, 3 слоя антиблика. Водозащита 300 метров, это полноценные дайверские часы, абсолютно в тему так называемые тропические ремешки из каучука. Очень приятные к телу, очень гибкий материал с кучей отверстий. И через эти отверстия ваша рука будет летом дышать, не будет так сильно потеть. И приятно то, что система быстрой замены. По размерам у нас диаметр 41 мм, от ушка до ушка 47 мм, толщина 12 мм и вес
84 грамма. На моей руке 18 сантиметров в обхвате, часы буквально идеально сидят, очень удобно. И давайте перемерим все другие варианты. Белый циферблат. Бордовый, как раз под цвет моей толстовки. Бордовый мне очень нравится. Вы знаете, мне все нравятся, кроме черного с золотистым. Синий шикарно смотрится. И черный. Черный красивый, но вот он на любителя. Мне как-то все-таки больше хочется каких-то экзотических циферблатов. Черный он за годы несколько утомил. В общем, что я вам хочу сказать. За $270 это шикарные часы. Они классно смотрятся, самобытно, они дорого сделаны. Это шикарные циферблаты, шикарные характеристики. Если нужен кварц на каждый день, то это идеальный вариант. Купить каждую из версий вы можете в моем интернет-магазине FuelTime с официальной гарантией 2 года. Я являюсь официальным дистрибьютором бренда Phoebus в Украине. Ну а на этом все. Надеюсь, было полезно. А с вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока.